Водитель грузовика, останови машину, у тебя бочки с маслом падают! Детский канал мультиигрушки представляет. Стой, грузовик, стой! Михалыч, принимай груз! Это моторное масло. Нужно срочно завести его в автосервис. Хорошо, босс, как скажете, завезем быстро и вовремя. Ой, что-то я забыл, пристегнул я бочки или нет? А, ладно, и так доеду. Смотри осторожно, Михалыч, будь внимательней на дороге, не разлей масло. Чинись, машинка, быстро и качественно. Еще немножко закрутим гаечек и можно смело заводить мотор. Катя, смотри, бочки с маслом на грузовике не пристегнуты. Это опасно. Что же нам делать, Пашка? Это может привести к большой беде. Нам надо срочно найти помощь. Катя, авария! Беги скорее к Петровичу! Я слышал, он опытный спасатель, а я пока помогу пострадавшим! Дядя Петрович, случилась беда! В нашем городе ездит грузовик с непристегнутым моторным маслом! Нужна ваша помощь! Петрович, к вашим услугам! Наши ребята знают, я многое умею! Не переживайте, я его остановлю! Смотрите, ребята, еще одна авария. Уже две бочки скатилось. Надо срочно остановить грузовик. Водитель грузовика, немедленно остановитесь. Странно, мой грузовик стал быстро набирать скорость. Такого раньше не было. Водитель грузовика, останови машину, у тебя бочки с маслом падают! А это что еще за фокусы на дороге? Остановись, кому говорю, остановись! Так, еще чуть-чуть, эх, еще немножко, поднатужимся, еще чуть-чуть, взяли, отличная работа! Пашка, а ты уверен, что наша игровая горка остановит этот грузовик? Катя, мы должны хоть как-то попытаться помочь Петровичу. Думаю, наш план сработает. Ох, что это на дороге за куча песка? Стой, грузовик, стой! Помогите Петровичу! Я не могу выбраться из машины! Кто-нибудь, помогите! Держись, Петрович! Я попробую тебе помочь! Ты только держись, Петенька! Ох, ох, как меня сюда занесло? Что тут вообще происходит? Эх, ох, какая тяжелая! Петрович, держись! Я тебя спасу! Бочка с маслом вот-вот упадет! Фух,
Фух, спасибо вам, ребята! Вы настоящие герои! Если бы не вы, могла бы случиться огромная беда! Ваша помощь всегда останется в памяти у Петровича! Простите меня, пожалуйста, я все понял, это я забыл пристегнуть бочки с маслом, больше такого не повторится и будет мне настоящим уроком. Конечно, простим, но больше так не поступай, а кто прощает, тот приобретает. Друзья, ну а если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А чтобы не пропустить новое видео, не забудьте нажать колокольчик. До новых встреч и пока-пока!